Достоинство человеческой жизни измеряется не числом лет, прожитых на земле, и не степенью седины висков его, не теми положениями, которые он занимал во время своей земной жизни, а чистотой его жизни и его любовью к Богу и к ближним. Владыка Иерей является тем примером, добрым примером, когда за немногие годы, прожитые на земле, он наполнил свою жизнь красотой, смыслом и достоинством. Он в юности своего возраста оставил мир и стал иноком, принеся себя в жертву живую, благоугодную Богу. Он жил в лавре Троицы Сергиевой, Почаевской, в Свято-Успенской, Киево-Печерской лавре. И везде он был той доброй свечой, которая светила и грела и служила миру своей жертвенной любовью. Он служил постом, молитвою, как инок, как добрый христианин, он постоянно боролся с собой, своими слабостями, немощью, с недостатками. И для всех, кто его знал, он был добрым примером доброго христианина, доброго инока и боголюбивого пастыря. Владыка Иерей прожил 54 года в этой земной жизни. Это возраст, который считается зрелым для архиерейского служения. И 10 лет он пробыл в архиерейском служении. И он оставил в сердцах тех, кто его знал, кто с ним общался, добрый, светлый, прекрасный след. Мы молимся Богу, чтобы Господь просил ему вольные и невольные грехи, потому что все мы люди, и все мы человеки, и не человека, и же жив будет и не согрешит. И чтобы Господь воспомянул его жертву, которую он служил ему день и ночь, много-много лет, и чтобы Господь упокоил его душу в селениях праведных, а нас помиловал, как благий человек любит. Аминь.